Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Продолжаем играть в Transport Fever 2. И сегодня у нас на очереди Стерлитамак и, я надеюсь, Снежинск. Пируэт такой сделаем тут по равнине по этой. Ну и погнали. Жалко, нельзя сразу делать два ряда путей. Я бы проложил. Ну ладно, поехали. Так, какого хрена сберу-то? Чего еще тут ведуками зову, да? Не, нормально, он через эту равнину идет. 90 почему-то. 300. Мы стали беднее, мы стали немножко беднее. Так, отлично. Гору обходим. И у нас вот город. Так, как мы к нему подойдем? Город не шибко удачно зашел, конечно. По идее, вот эту дорогу пересечь. Ну, давайте, так и сделаем. Бульдозер, иди сюда. Это нафиг. Домов много. А черт, давай. Так, что мы тут сделаем? Чуть побольше поставим. Здесь мы сначала проложим улицу. Средняя улица, нормально. Блин, хотел выгнуть-то, чтобы по прямой была, а? Улица. А вот так, если. А вот так можно, да? Слишком. Так, давайте чуть-чуть туда продвинем. Как-то так. Уличная связь, кажется, Стерлитамак. Не шуршать. Вот они там жалуются. Да блин, задрали. Улицы. Как у вас? Давайте маленьким кусочком буду делать. Тут цель-то в чем, чтобы... Так. И у нас будет шоссе. Улица. Шоссе, говорю. Лучше, чем у вас было. Держите. Жалуются. Так, прекрасно. Теперь поезда. Поезда теперь у нас будут. Сквозная железнодорожная станция. И тут какой-то индустриальный центр. Хотя там кирпич. Так, секунду. Это какое здание? Промышленное. Это какое? Коммерческое. Где жилые, а жилых нет. Хорошо. Тогда вот так и делаем. Бам. Пути. Вот так по прямой фиганем. Отлично. И сразу пойдем отсюда делать двойную ветку. Что-то хруст такой раздался. А, это туннель. У нас тут туннель есть. Неожиданно, конечно. Ну, куда деваться? Так, второй рядом. Объединяйся. Платформа пока одна. Я потом сделаю двойные платформы. Но пока будет одна. И в нее будут сходить с этих пути. Ну, блин, только что же было? Или не было? Слишком близко. Слишком близко. Чуть подальше надо. А вот одна слишком далеко. Так. Ну ладно. Как-нибудь. Уж как уж нибудь. Есть. Все. Семафорчики. Туда. Обратно. Так, по-ближнему обратно.
Прям так всю дорогу и будет. Не в каком перекрестии делать, так оно и пойдет. Так, это то, да? Это обратно. А как-то так. Составы у нас длинные, вот что я вспомнил-то. Длиннющие составы нам может не хватить туда-обратно-то. Ну ладно. Так, продолжаем маршрут. Маршрут. ЖД-кольцо. Крашен пересадка. Давай станцию. Стерлитамак. Отлично. Ну, я надеюсь, не запутаются. Просто вот тут. То есть вот тут поезд должен закончиться. У нас поезд длинный. Ну, ладно, погнали дальше. Так, Снежинск. Можно прямо так пошли туда. Еще. Предупреждений нет. Хорошо. Померещилось. Мне показалось, что поезд уже приехал. Продолжаем скоростную дорогу. Но вообще, я бы сказал, деньги уходят. Деньги уходят. О, какой у нас сейчас мост будет. Здоровый. Вот такой. Не, ну максимально, конечно. Слушай, поезда-то не пройдут. Ой, поезда, корабли не пройдут. У нас, собственно, куда-то кораблем-то плавать. Вот сюда только если. Там все равно машину не увозить. Так, приехали. Смотрим. Снежинск. В Снежинске все плохо в том плане, что он мелкий. Я тут даже не знаю, куда все дело присобачить. Тут такой центральный плац непонятный. Но, учитывая, что следующий город у нас мосты. Мосты, да. Вот так в Кашин, да? Мосты, Кашин, Сумы и Новомосковск. Слушайте, кольцо готово, по большому счету. Потом только его улучшать. Так, ладно, давайте присматривать постройку. Тут опять будут жаловаться, что мы все заградили. Людей тут, кстати, нету. А куда-то люди ездят. Там тоже людей нет. Тем не менее, машины ездят, не пойми зачем. Тут никто не ходит. Тишина, покой. Может, пустить пароход опять? Да, блин, не возят. Ладно. Это вообще беда какая-то у них. Ок. Хоть как ни крути. Давайте сделаем так. Вот тут улицу. Вот так вот. И тогда с нее уже... Улицы нет. Улицу надо. Вот улицу. И с нее тогда уже метнем наш вокзал. Смотри, дома есть. Дома. Деревья есть. Вот. Постройки. Кузнечком. И у нас тут проблема. Проблема в том, что станция длиннее дороги. Ну ладно. Тыш. Сейчас жалуются, значит, уже жалуются. Улица вокзальная. Вот как-то так. Так, хорошо. Теперь восстановим автодороги. Или автоулица, как их назвать.
Вот так. Там не было, там не было. Все. Пути. Пути пошли. Так, где железка? Вон она. Она немножко плохо пришла. Опять тут мост. Опять по максималке мы его пустим. Но тут вот будет поворот. Со снижением скорости, ну, что поделаешь. Так. Снежинск есть. Теперь от Снежинска вторую ветку. Подальше ее зафигачим. Вот так вот. Эй-эй-эй. Вот. Ну и все, собственно. Вот жалко, нет второго пути, чтобы два пути сразу вести. Неудобно. Интересно, а второй мост дешевле строить? Или пофигу? И две цены отдаются. Непонятно. Ну ладно. Так. Да, двойной мост. И видите, тут плавать нельзя. Перекрыли. Но мы и не будем. Я могу прямо до станции? Видимо, да. Она прям прилипает. Вот хорошо сделали. Что там слишком сильный уклон какой-то. А, смотрите, мы такой бугор шоссе сделали. Машины на подъем идут. На подъеме переезд. Офигенно. Вот тут в гололед, наверное, не проехать. Так. Внутренний, ну не внутренний, как он, внутренний, да, что на кольце, внутренний туда, наружный обратно. Внутренний туда, наружный обратно. Есть. Вон поезд идет, кстати. Может быть, посмотреть, что он там творит. Так, маршрут. Сделали тамак. Станцию. Снежинск добавили. Ну-ка. Ну, это мелкая электричка. На 57 человек, которую менять надо. Нет, мне станция нужна. А, нет, слушай, 35 человек нормально. Немного, хотя 4 морда сейчас нарисовано. А где вторая линия, не знаю. Второй поезд, но это ладно. На самом деле их можно много спустить. Но уже вот эти вот ребята не справляются, конечно. Особенно вот этот мелкий. Ну там сколько, 58 тысяч надо такой, ну, продвинутый такой, скоростной. Мы его купим только когда кольцо запустим. Потому что вот сейчас тут... Вот мне кажется, сюда первый раз поезд приехал. А потом он будет делать кольцо реверс, так называемый. То есть маршрут-то придется в обратную сторону задать. А, нет, можно по тому же маршруту, но назад. Посмотрю, как будет работать. По идее, немножко глупость задавать один и тот же маршрут туда и обратно. Возможно, вот этим вот можно просто развернуть в обратную сторону, отменить действие. А, это не разворот. Тогда, видимо, придется записывать в другую сторону маршрут. Ну, электричка, там люди сидят. Ай, блин. Там люди сидят. А я только при... А, только премиум у него где-то в середине один. Ее-то, я так понимаю, можно много вагонов сделать. Бугор такой поднялась.
Итак, первый поезд пришел. А гудить зачем? Второго пока не видно. Ладно. А далее у нас мосты. Слушай, мы вот из серии все сделаем. Я не уверен, что мы запустим настройки сторонних движений. Тоже интересно. Контактная сеть. Да, контактная сеть. Так. Ну, может, так город начнет развиваться. Я, честно сказать, не знаю, как тут работает. Сумма. Мосты, вернее. Мосты. Кто-нибудь хоть феерично у вас получается. Ну, в целом неплохо. Такой туннель. Бум! За 30 тысяч миллиона. Где там? С другой стороны, куда деваться? Все это надо оплачивать, потому что иначе поезда пойдут медленно, а медленно идущие поезда это плохо. Так, вот было бы здорово вот сюда привезти, но город, кстати, большой довольно. И, кстати, без нашей помощи развился, что странно. Город, ты вообще как? Как ты это сделал? Ладно, давайте посмотрим постройки, если вот к этой улице присоседюсь, а улица хорошая. Город будет охвачен? Я думаю, нет. Сквозная. Только ближняя. Да, господа, вот этот город хрена хватишь. Тут только вот сюда, если. Ну, давайте так и сделаем. Во-первых, переключимся на улице. Такая вот дорога. Эй! Здание будет удалено. Еще не одно будет здание удалено. Вы еще не все знаете. Так вот. Ну, тут будет... Так. Слушайте, все равно мало. Ну, ничего не могу сделать. Трамваем доедут. Так. Бульдозер, иди сюда. Тут у вас все фигово. Дома не нужны. Вот этот дом не нужен. И вот этот дом не нужен с тем домом вместе. Я бы сказал, даже вот эту улицу. Так, если размахнуть сюда. Прекрасно. Пути. Где? Вот пути. У нас тут прям пируэт. Может был, наверное, вот так вот. Нет, наверное, там не очень хорошо. С кем сталкиваемся? Столкновение. Ну чё? Я не понял. Почему сильный уклон? Просто уберем сейчас. Все. Сильный уклон, подумаешь. Оно никуда не ведет. Алис? Блин. Далеко отвел. Переиначим. Так. У нас поезда там длинные. Ну, короче, никак. У меня там не получается нормально отвезти. У города будут сбрасывать скорость, тем более форвард все равно 70. Сколько мост обойдется?
Ну, мне кажется, дешевле обошелся. Я не уверен, но кажется, дешевле. Туннель. Туннель. Ой, дешевле второй обходится. Вот точно дешевле. Так. Так, внутренний. Туда, внешний, сюда. Отлично. Добавляем. Мосты, остановка. Как она определяет? Мосты, ну, не мосты, остановка, пересадка. Никто не едет. Там минусяки пока идут. Я поезд не вижу пока второго нашего. Вот идет. Большой состав наш. Так, нормально, он развернулся. Людей везет, 105 км в час. Ну, больше надо поездов, больше, конечно. Так, ладно, в мосты теперь заедут. Следующая станция. Камышин. Я не помню, я из Новомосковска кольцо открывал. Поезд 5 в плохом состоянии, давай посмотрим. Это у нас пластик в Рогачев. Неожиданно. Как тебя найти-то? Давай в депо. Тогда время ускорим. Пусть он втопит. Деньги потратим сейчас на него. Увы. Тут больше никак. Вот слева наша скоростная магистраль, которую потом надо будет править на скорости, чтобы там скоростной поезд ходил там, ну, 300, не 300, но что-то около того. А это вот грузовая. Возможно, это грузовое кольцо наше будущее. Хотя как кольцо? По грузовому ты так и не пустишь по кругу. Приедет и поедет в депо. Полный. Полный, кстати. То есть ему можно будет вагонов-то добавить. А у нас скоростной прочесал. Экспресс. Может второй такой запустить потом. Что с электричкой-то морозит. Ну, сейчас я в это все деньги вбухну, на самом деле. И автобусная остановка переполнена. Переполнена автобусная остановка. Хотя 21 человек фиг там переполнен. Это не переполнено. Просто там человечков нарисовано много. Как бы спасать не пора. Ну нет, не пора. Тут, по-моему, еще с деревянными шпалами. По-моему, да. Такое нескоростное. Ну и не надо. Грузовики скоростные еще не хватало. Так, надеюсь, депо будет. Он опять загрузится, его опять надо будет ждать. Депо. Что за значение депо? А вы вроде не депо, да? Так что вовремя нажал. Хорошо. Окей. Замена. Так, ну я думаю, тут электрический локомотив. Такой зеленый. Вот это что ли? Или вообще... Ну ладно. Убрать. Так, мы можем вот это. Можем вот это. Давайте красненького. Вот так. Так, прекрасно. И Рогачев пластик, по-моему, это дело называется. Пластик Рогачев, по-моему. Можно было ему добавить... Да не гуди. Можно было добавить вагонов. Что там у нас? 191, да не, нормально. Вот
Стоп, тебя надо развернуть. Давай обратно. Тупо, да, поехал, вот, нормально. Мне кажется, он побыстрее будет возить. И вагонов, да, можно добавлять. Ну ладно, это не важно. Так. Сделали. Из мостов на Камышин. Смотрите, они опять настроили. Вот собаки-то какие. Ладно, сейчас мы тут все снесем нафиг. Невозможно? Ха! Нет такого слова невозможно. Где у них рыбы домов наставить, а? Что это такое-то? Дорожный транспорт 112 в плохом состоянии. Ага, я понял. Меняем. Это внутригородской автобус кашинский, да? Ну, давайте такую гармошку купим. Все. Хорош в состоянии. Пишет, пишет. Не успел. Так. Вираж. Нормально. Тут немножко неудобно будет, если мы будем возить отсюда что-то. Я думаю, мы не будем. Так. Так. Кашин, он туда. Отлично. О, вот тут-то поездов сколько. Ладно. Ладно. И что у нас тут? У нас такой странный перекресток. Я не знаю, они будут останавливаться-то. По идее, вот эти автоматом перекрестки делаются. Я надеюсь, и это будет. Но в целом нет, в целом мне не нравится. В целом мне не нравится. Давайте поднимем. Так вот. Слишком сильный уклон, да? Надо было раньше подъем начинать. Я вот не хочу пересечения с ними. Хороший уклон. Красота. Куда вверх-то? О, 40-тонные грузовики, фуры пошли. И вот эти вот большие прицепы. Большие прицепы, большие корабли. Вот так. Тут прям. Мост нам обойдется, конечно, в бешеное баблище. Все, можно вниз спускать. Так, где город-то, ёлки? А, вот он, Камышин. Все. Вот это я эстакаду зарядил, смотрите, прямо вверх она. Монорель спускать, точно монорель спускать. Давай вот так. Надо было тут еще немножко ниже, ну ладно. Красиво все равно, черт возьми. Так. Ну, мы вот сюда прям зарядим, я думаю. Постройки. Сквозная. И нам тут не дают, да? Хорошо. Если нас пускают, вам идет культурчик. Вот так. Так, земли коснулись. Хорошо. И заход. Пум. Есть. Слушайте, я ж прям даже думаю, давайте, может, кольцо прям зарядим уже со станциями, со всеми. То есть,
Сейчас пока подсоединять сюда не буду. Давайте просто проведем ее. И в Новомосковске все. Вон он. И все, мы победили. А, нет, Сумы, еще Сумы. Камышин, Сумы и Новомосковск. Просто тут... Чуть-чуть осталось. И можно уже прям кольцо делать кольцом. Давайте так и сделаем. Оттуда потом... Так. Может было вот так вот. Ну ладно. Оттуда потом мы проведем. Так. Дорога у нас не туннель, а мы туннель. Вот вышли на Сумы. Нам на самом деле вправо. Вот туда. То есть, конечно, заманчиво вот сюда куда-нибудь поставить станцию. Но, наверное, мы этого делать не будем. Мы напустим вот сюда. И вот сюда. Тут проведем улицу. И продолжим уже дальше. И сюда уже можно ставить станцию. Тоже сквозную, как всегда. Как во всех этих городах. Ну, большую часть города оно охватило, а по-другому нам не надо. Так. Под прямым углом. Ну. Поскольку нам вправо выходить, то просто разворот сейчас заложим тут и все. Пойдет. Есть. Ну и теперь Новомосковск. Я не помню, в нем уже кольцо-то начато в Новомосковске. Или нам до... Как оно называется? В общем, до того города, откуда у нас все это шло. Идти. Не знаю, но посмотрим. Так. Так. Ну, вот тут вот. Тут, я думаю, будет с заездом. Два пути, потому что насквозь это дело... Да можно на самом деле насквозь заменить станцию, фигануть насквозь. Прицепить вот к этой стороне. И город будет такой поделен на две части. Так, я куда вывел? Вон она. Еще можно вот так вот перекроить. Так, ну давайте перекроим, что ли. Уничтожить. Давайте на паузу еще поставим. Вот это тоже нафиг. О, как хорошо пошло. Просто красота. Просто праздник какой-то. Так. Станцию мы зарядим тут сразу двойную. Два пути. То есть вот 320 метров, ёлки. Вот так. Ой, встал, причем нормально. Вот так, а нормально. Два пути. Все, есть. Так, дороги. Дороги, улицы. Вот так. Соединение прошло, прошло. И вот так. Могу не выйти. Вот так. Ну, здорово же, здорово. Так. Тут, правда, вопрос. Станция переключится или нет? Ладно, а давайте уже тогда тут делать нормально все это. Так. Светофор можно выносить, наверное. Потом разберемся с светофорами. Так, и пути. Есть. Что у нас не так? На московский автобус возникли проблемы, или же и ЖД-кольцо возникли проблемы. Где я проблем не вижу.
Надеюсь, они сейчас уйдут проблемы, все будет хорошо. Тут мы тоже не плаваем, поэтому мостик будет низкий. О, двойное. Ну, что проблема? А что у автобуса-то проблема? Он туда не ездит. Что ему не так? У него там остановка, что ли, была где-то? А теперь нету. Ну, что поделать? Была, а теперь нету. Ладно, это мы потом посмотрим. В чем там проблема у новомосковского автобуса. Так, это у нас ЖДшечка наша. Ну, немножко мы так по деньгам-то жахнули. Вот так. К чему подсоединили? К дальнему. Так. Кольцо, блин. Извивается. Что он сейчас пытался изобразить? А, не то. Ладно, сейчас по этой штуке обратно пройдем. И мне кажется, там какая-то беда уже с маршрутами. Она вот так светится. И надо дело отрегулировать будет. Так, есть. Тут. Модернизация станции тогда. Настроить. Платформы. Так, это здание. Пассажирское вот. Нет. Пути. Пути. Скоростные пути с проводами. А сюда? Нет? Вот туда можно. Только вдоль платформы можно пути, да? Хорошо. Поворот пошел. Никак. Тут не очень длинная получается платформа. Но вот это вот почему-то нарисовалось нормально. Пути. Блин, ну так посмотрите, не получается. Ну что ты будешь делать? Бульдозер. А, это только в пределах станции бульдозер, я понял. Тогда вот так. Продолжаем настройку. Достаточно длинная платформа? Мне кажется, нет. Мне кажется, еще надо. Вот так где-то. Вот так. Тут мы немножко уберем. И вот туда. Это будет дальний путь. А это будет ближний путь. Ты уложись, давай нормально. Ну вот все. Вроде нормально. Прилегает. Почему? А я догадываюсь, почему. Потому что тут перекрестие сделал. Как-то. Пошел. Ну, не так далеко. Сюда. Странно как. Ладно. Там 20 тысяч. Нет, пока мы строим железку, денег не будет. Дорогое занятие железки прокладывать. Тем более такие расстояния. Хрустом таким, блин. Страшно делается. Так, сюда. Вот эту. И мы приехали.
Так, суммы. Суммы не суммы. Настроить. Тут тоже надо. Он не может. Он уничтожает немножко не то, немножко другое. Нет, станцию мы не будем ставить. Мы немножко проредим вот это. Станцию мы сейчас будем настраивать. Камышин боковой путь. Странное название. Почему боковой путь? А сам уж не наесть не боковой. Конечно, состав вроде как ему пофигу, когда он приезжает на станцию. Ну, чем черт не шутит? Вдруг имеет значение. Так, есть. Ты ближний. Ты дальний. Ух, какая эстакада. Чем? А, ну да, это гигантская над полями эстакада, с которой жители и туристы могут осмотреть наше сельское хозяйство. Продвинутое, естественно. Так, вспоминая Soviet Republic. Так, не извивайся. Извиваться не поможет. Самые виражи. Тут есть шанс перекрестить пути. Не, нормально через улицу прошло. Так. Вот тут я, пожалуй, не буду станцию удлинять. Просто приделаю к ней вторую платформу и все, и на этом успокоюсь, потому что тут, ну, по этому городу мне сейчас там опять сносить все это. Не, вообще можно. Можно. Так. Топор в сосиску. Стоишь, молодца. Стой пока. Пауза. Так. Давай, настроить. Ну, не сильно, но удлиню. И платформу. Вот так. И все. 8 человек там стоят, ждут. Ничего, подождут. Стоит. Ну ладно, езжай куда-нибудь. Поезд так не верит своим глазам. Да, ползи. Тут на эту сторону не переедешь, вот в чем проблема. А давайте уже маршрут ему зададим. Мы сейчас в это кольцо добавим маршрутов. Мосты, остановка. Мосты. Мосты. Следующая остановка. Камышин. Потом суммы. Потом площадь застава. Потом, значит, площадь застава. Чего? Площадь застава? То есть это другой город? Я так их разделил и... Серьезно? Так, Подпорожье дальше. Подпорожье. Ну, норм, мне кажется, приедут. Площадь. Я не понимаю, ну ладно. Так, ладно, тут. Тут тоже две ветки, мне кажется. Две же. Две ветки. Давайте светофорами немножко разомнемся. Так, внутренний туда, да? Этот обратно. Туда. Обратно. Вот они два идут. Все
все хорошо, два идут. Хорошо я заранее тут проложил так удачно. Так, вот они два пришли, все. Бульдозер, иди сюда, мое счастье. Того в пень. Соединение тоже в пень. А вот тут теперь интересный момент. Че, куда и как поедет. Денег почти нет, но это не страшно. Здесь мы, пожалуй, станцию отредактируем. Тупиковую, блин. И тут надо... Ну, надо бы длиннее, но тут... ну такое. Блин, вот двойную-то я сейчас не знаю, как сделаю. Как-то так. Платформы. Вот так. Да? Да. Ну вот с этим надо тоже что-то делать. Так, нам тут нужен нормальный круг. А внутреннее. Внутреннее это вот это. Он приехал сюда и поедет туда. А этот сюда и туда. Они перекрещиваются, вот в чем проблема. Внутреннее становится наружным. А это плохо. Но с этим можно что-то сделать. Можно поменять местами, черт с ним, внутреннее, наружное. Наружное, внутреннее. Так. А там тупиков больше нету. Угу. Так, тут как приехали, так и едут. По этой туда. Сложно. Сложно, сложно, сложно. Так. Нет, вот все менять. Всю вот эту батву надо менять по-другому. Это работает не так. Так, пассажирка только ходит, насколько я помню. Так, ладно. Приехали. Мы приехали сюда. После этого мы уедем туда. Пожалуй, заодно долго берем. Это внутреннее. То есть внутреннее уходит на внутреннюю. Блин, как все сложно. Так. Ну как-то так. Сейчас мы все это сделаем. Это выезд внутренний. Да? Да. А вот это надо перекроить на внешку. Вот этот разъезд заготовил. Ну, не скоростное, конечно, оно тут, но ладно. Думаете, это все? А это еще не все. Надо как-то с этим депо подружить, чтобы с депо можно было выехать на любую ветку. Так, соединили. Но это еще не все. Потому что еще вот отсюда, вот сюда. Вот.
Это одна, блин. Вот так. Это вторая. Подключили. Отлично. Далее. Депо. Да блин, депо-то подключится, нет? Должно вроде. Я знаю, мне будут говорить про кольцо. Делай кольцо. Не буду. Так. Внутреннее. Туда. Внешнее сюда. Сюда уехала. Туда. Ну, тут круг надо делать просто. Все. Народное сюда. Это туда. Поехал сюда. И вот как-то их надо между собой подружить. Чтобы на эту ветку тоже могли перейти. Нет, не так. Хотя, нет, если он... Так, и туда пошел. Туда пошел. А сюда ему идти не надо. Потому что ветки в обратную сторону. Не, все нормально, нормально. Так, ладно. Там две стороны. Это внутренняя, по внутренней туда. Блин, я сейчас запутаюсь. Так, по внутренней. Туда. По правой туда. По правой туда, 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 туда. Так, по этой туда. Ну, это чисто так для страховки. Так, туда. Отлично. Туда. Туда. Вот так. Туда. Туда. Стоп. Стопе. А, тут вот такой выезд. Все. Это туда. Это сюда. Вроде так. Так, тут выезд. Есть? Снабжен, снабжен. Все, великолепно. Дальше он идет двойной. Делает финт ушами. Зачем-то сходит. Как зачем-то? Надо вот сходиться. Так. Поезд, свали отсюда. Ты нам ни при чем. Туда, обратно. Ой, как хорошо все сделал. Уже тут есть. И снес его вместе с светофорами. Да. Так. Туда. Оттуда. Так, давай, 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 давай. Ну, давай так. Ой, мы тут влипли. Тут же станция сбоку. Пауза. Тут же вот это вот сбоку. Ну, не станция. А ветка проходит, блин. Где-то вот отсюда ее надо сносить. Вот так. Далее, здесь мы саму станцию можем только немножко переделать. Настроить. Вот так, и платформочки. Очень все гнуто, добавить ничего невозможно. Так, отлично. Кыш. Вот так, есть. Это счастье мое.
Ну, к станциям отношения не имеет. Да не прилипает, он прям прилипает туда. Вот так. Само по себе, вали. Так, тут. Светофор. Сюда? Сюда. Выход. Эти светофоры нужны уж просто, чтобы линии на линиях поезда друг друга не догоняли. Больше ни для чего. Так. Вот так. И соединить. А что, никак? Делаем. А там сейчас скажут, что автобус нам все мешает. Не, нормально. Странно, почему не работало, что под дорогой была. Что строительство невозможно? А так возможно? А вот там невозможно было, да? Что за жопа? А, оно не сплошное. Оно не двойное. Тут два туннеля профигачены и все. Да. Мило, мило. Так. Ну, попытаемся. Вот проблем-то, да? А, все, да? Все, соединили, отлично. Сработало. Туда, обратно. Вагон ушел. Тут двойная, проходит по низам. Все здорово. И летели они, и летели. Так, вот тут. Модификация опять же. Добавляем станции. А по отсюда и начали сегодня, нет? Такая полустаночка. Есть куда добавить. Так. А деньги кончаются, потому что на паузе деньги новые не идут. Старые кончаются. Так. И тут. Вот. Строительство невозможно, просто вымораживает. Да, невозможно. А так возможно, да? А вот под улицей мы не соединяемся. Не камильфо. Да? А, вот тут не соединяемся, да? А вот если отсюда. Экстанции нет. Невозможно, да? А с какого перепугу-то невозможно? Ты ж двойное. Слишком сильно уклон. Откуда куда? Можно понять? Не понимаю. Давайте сначала это проведем. Может, тут будет не очень сильный уклон. Столкновение кого, блин, с чем? Че не так? Вот, теперь можно. Норм. Ну, тут уже было, значит, давно соединиться. Да, все, норм. Так, выход. А выходной светофор. Туда? Обратно. Так, тут есть какие-то странные. Давайте мы его снесем. Ну
тут переход есть. Не знаю зачем, давайте мы его уберем тоже, потому что мне не нравится. Вот так. Туда. Обратно, норм. Все, двойная пошла, а в следующем городе уже... Двойная, нет, не двойная, по-моему, в следующем городе. Тоже одинарная, тоже на входе. Блин, вот сам себе геморрой устраивал, да? Это называется. Убрали. Убрали. Стрелетамак, да, вот с нее я сегодня и начал. Да-да-да. Так. Ну, мне кажется, маленькая платформа, маленькой станции нам хватит выше головы. По-моему, она срабатывает. Так. Сюда, ма. И сюда. Отлично. Вот тут он какой-то странный. Ну-ка. А, туда. А по внутри туда. Не странный, нормально. Так, тут туда. О, все. И есть. Назад. Через воду. Снежинск. Елки. Станция тоже небольшая. И станцию сейчас тоже настроим. Да, немножко... Хотя, странно, как лишнего? Ну, не лишнего. Ну, все равно сразу станцию строить. Так вот, я с этими... С подъездами, выездами со станции немножко лишнего. Это да. А в остальном нет. В остальном... Все то же самое, что и сразу сделать двойную. Ну, что-то как была мысль, что, может быть, не сегодня все будет. А нет, сегодня. Так, настроить Снежинск. Тут еще платформочки же надо. Хотя, мне кажется, они с дальней садятся. Ну, давайте вот так сделаем, чтобы красиво. Так. По внутренней туда. Я же так. Правильно? Правильно. И что теперь? Где? Дальше. Вот она. Тут же уже двойная должна быть. Да, тут двойная. Все, отсюда две ветки пошло. И платформа двойная, да? Да. Единственное, что у нас какая-то проблема вот с маршрутом. Так, ты иди отсюда. Проблема с маршрутом. Невозможно снести станции. Вот пара уже рыгачев пересадка краша. Кого с кем невозможно, да. А, номера путей. Номера путей, елки. Площадь застава. Так, он по кругу ездит. Площадь застава, путь. Путь, черт возьми. Нужен внутренний. Так, секунду, а поезд по какому едет? А какой у него первый? Второй. Нет. Чё это? Грузовой аэропорт? Чё тут делает аэропорт? Нафиг он мне нужен? Секунду, у меня с маршрутом беда. Площадь застава. Второй путь. Ага. Сумы. Тоже второй путь. И с площадью заставы это никак не стыкуется, да? Хорошо, первый путь. Да, не нумерованы собаки.
второй. Не идет, да? Не идет. Хорошо. Камышин боковой путь. Тоже второй. Убрался. Блин. Я понял, нам где-то надо переход делать. Где-то надо переход делать. Мосты, остановка. Тоже второй. Во, отсюда пошел. Норм. Мосты, остановка. Снежинск. Снежинск. Второй. Пошел Снежинск второй, отлично. А где-то надо времянку кинуть, чтобы поезд перешел на внутреннюю. Стерлитамак. Второй идет, отлично. Так, Кашин-пересадка идет. Вот, Кашин-пересадка мимо. В Рогачеве теперь жопка. Рогачев. Поезд. Поезд. Так, Рогачев. Прошло. И мы таки вернулись к началу. Что у нас тут? В Подпорожье все хорошо. Вот в этом, в перекрестке, вот в этом страшном, мы видим, что-то не так, да? И он отсюда... Он приезжает и выезжает. Сюда и туда. Вот тут перекресток неправильный. Тут он на внешнюю приходится, а тут внутренняя. Вот она неправильность-то, елки-палки. Тут вправо должен уходить. А вот это вот налево. Вот тут еще один перекрест будет у нас. Вот оно. Так. Столкновение ему. Да, вот так. Вот так не столкновение, да? О, отлично. Ну чё? Ну, уже до кольца все равно проблема, я смотрю. Смотрим. Сюда. Дальше они поменялись местами. А там с Камышина опять всё норм, да? Чёрт.
Да, с камышем все идет. Окей, Подпорожье. Допустим, второй. Тупичок. Подпорожье. Первый. Почему туда не идем? А, возможно, тут с светофорами что-то. Выходит и туда. Шел. Это у нас ближний сюда. Ближний сюда. Хорошо. Первый. Вот. Первый. Ну, хоть одно кольцо я наложу сегодня. Суммы. Первый. Идет. Остался камышин. Вот в нем камень преткновения, мне кажется, будет сейчас. Я сейчас на нем переключу. Опа. И пошло на мосты переход. Так, ладно, господа, уже довольно длинная серия получилась. Давайте мы с этим тогда разберемся уже в следующей серии. Наладим тут движение. А на этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всего хорошего и до новых встреч.